Всем привет! Сегодня 13 июня, и на наши сервера пришло очередное обновление. Обновление прогнозированное. В принципе, я собирался снимать об этом анонс, о том, что оно будет, да. Но как бы обновление вышло раньше того, как у меня появилось время, поэтому смотрим. Значит, добавили дополнительный слот богинь. Да, вот если есть вот святыни, да, вот, сейчас секретный слот, даже вот скрытый слот. То есть у вас есть обычные слоты, вот такие вот по 4, да, а также добавили вот кнопочку скрытый слот. Что это? То есть появляется еще один слот для богини. Причем сразу же именно ваш слот, тот вот Атлантида или храм Зевса, получает дополнительно плюс половину от обычного бонуса. То есть если обычный бонус там плюс 50% к ХП или ОЗ или плюс 50% к атаке, то при активации этого пятого, ну там или там третьего, второго слота появится еще дополнительно плюс 25%, то есть бонус. То есть здесь вот, например, богиня вот сверху атаки плюс 50%, будет плюс 25%. Для активации нужна нужен еще один слот, точно такой же, как у вас установлен. То есть если у вас установлен, вот, например, на 4 слота, да, для активации слота скрытого вам нужно еще один, вот, еще одна такая же богинька, древо или как там, на 4 слота, да. Вот если у вас стоит Атлантида, вам нужна Атлантида. Если у вас стоит один слот, вам нужен еще один слот для открытия. Вот, после открытия у вас появится еще один слот для богини. В принципе, в анонсах на китайском сервере было написано, что он будет давать всего 50% бонуса. То есть если там статы будут, к примеру, 2000 крита и там 6000 прочки, я так грубо говорю, то он для того персонажа или героя, на котором он стоит, он будет давать всего половину. То есть 1000, например, криту и 3000 к прочке. Ну, так писали китайцы. А как будет на самом деле, посмотрим, потому что, как вам сказать, ну, перевод с китайского очень туговат, а здесь в анонсе ничего не написано, поэтому увидим уже после открытия, как оно будет на самом деле. В принципе, я думаю, что это будет открытие типа одного, второго, третьего, четвертого слота при дополнении Атлантид. Например, добавляешь одну Атлантиду, один слот открылся. Добавляешь вторую Атлантиду, второй слот открылся. Но почему-то мне так кажется, что будет не только один, а будет опять же все 4 слота дополнительно можно будет открыть. Единственный нюанс, то, что не нравится, есть дополнительный слот на богиню, но я не вижу дополнительного слота на артефакт. Да, вот как видите, здесь его не видно. В принципе, будем. Потому что самый большой бонус идет не от богини, а от артефактов. Да. Ну, я надеюсь, что в дальнейшем они добавят и слот на артефакт. В принципе, очень было бы круто еще по одной богине вот на 4 слота открыть в каждом герое. То есть 4 есть основных вот этих вот и еще 4 скрытых. Но это реально очень большой бы был бонус и очень сильно апнули бы персонажей по мощности и по статам. Это интересно было на самом деле. В принципе, это все. Больше ничего я не заметил. Если кто-то что-то заметил, то пишите комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь. Всем спасибо, пока!